Друзья, смотрите, как быстро отделываются стены. Вы помните, совсем недавно они были синие, зеленые. О, друзья ждут. Идем гулять, все, я освободился, куда больше не поеду. Дорогие друзья, соскучились, ребята, по прогулкам. Были выходные дни, в парке было очень много людей. Слава Богу, что состоялись мартовские праздники очень хорошо, погода благоприятная была, и поэтому ребята не гуляли. И сейчас мы снова, знаю, что вы скучаете по этим прогулкам, что вам нравится не меньше, чем ребятам гулять по этим. Это два. Да. Идем, не сердись, идем. Как разговаривают. А я обратила внимание, что как быстро стены отделываются. Покровительственная краска у нас, да, видите, она совсем другой вид. Это луганский камень, привезенный с Луганска, с карьеров. Вот там, где танки ездили недавно. Вот, и этот камень очень декоративный, он сразу эти все казарменные помещения вот прячет, делает под природу. Вот и у обезьян совсем по-другому все смотрится. Все домики так будут отделываться. Совсем недавно, неделю назад мы приходили, и все было по-другому. Вот как раз этот камень луганский вот такими плитами. Ну, а мы идем. Он шикарно смотрится у обезьян. Как замечательно. Идем к львятам. Дорогие наши подписчики, ну, наверное, канал «Человек-лев» пора переименовывать в канал про трех львят. И я думаю, этого достаточно контента будет, все остальное можно переместить на другие каналы. К вашему большому счастью, мы сегодня не только выводим львят на прогулку, но и в новый их большой вольер. Они уже могут находиться на траве, в вольере, у них есть домик. Вот, с бассейном и так далее. Так что большая радость. Но а сперва любимые ваши прогулки. Мы еще не были на одной горе и давно не были на горе Славы. Вперед. Пойдем. Идем. А мы сегодня, друзья, вам сделаем 3D-видео. Идем. Влад будет тоже снимать. Идем, ребята. О! Шимпанзе увидели львов. А? Что? Нет, не тебя выгуливают. Симба, как всегда. Его нужно нести на руках. Вот так. Пойдем сюда. Скорее, осада. Сюда. Ребята. Ау. Идем сюда. Самый умный. Вы где там, вы? Ау. Ах, бьют. Бегут, потеряют. Все, увидели. Симба, давай. И как всегда, Олег Алексеевич, бегом. Так что у вас сегодня, друзья, благодаря Владу будет картинка со всех сторон. Снимаем на 2 камеры.
догонять, потому что они будут тогда бежать еще быстрее. А вот, а я не зарядила самокат все время. Что-то не то, то новое проколю. Ой. Ну, давай. Ребята знают уже эту дорогу. Олег Алексеевич бежит, как будто ему 20. Ася. Осада. Навстречу показывают, где. Ну, давайте сюда, скорей. Проблема. Шерхан, скорее осада, скорей. Давайте сюда, скорей. Осада чухнула, ацеш. Ау! Поняла, давай, поняла, давай, бежит. Иди сюда, скорей. Ау! Ася, иди сюда, иди. Иди. Иди ко мне. Иди сюда, скорей. Иди, моя девочка. Стой, моя девочка. Ой. Иди сюда, скорей. Иди сюда. Ау! Вы там сидите, зовет ее. Нет. О, иди. Все. Поняла. Так, заходим. Привет, пацаны. Красавцы. Да.